Всем привет! Роська в селе. Тут у него, конечно, простор. Есть где походить, погулять. Целыми днями бегает, носится. Но это уже немножко устало. Но все равно не хочет заходить в дом. Я как-нибудь засниму еще, как она носится по огороду. Можно сказать, просто летает. Сейчас немножко притомилась. Ну да, целый день тут бегать, работать, помогать. И не хочет далеко от меня уходить. Это она любит, когда ее гладят. Все, пошла дальше по своим делам. Да, тут и птицы, воробьи летают, их погонять, травку пожевать. Так, что ты же нашла? А, это семечки от горбуза. Да, мы тут рассыпали. Она любит их, разгрызает. Так что нашла себе деликатес. И орехи разгрызает, и семечки. Молодец. Так что заходите к нам на канал, подписывайтесь. Пишите Роське приветствия. Ну, а я буду заканчивать. Все, всем пока.